Догадайтесь трех раз, куда я лечу. Всем привет! Смотрите, какая интересная дамочка передо мной. Пытаюсь прочесть, что у нее написано на пальто. Написано «Love to the Max». Это в смысле Макс Мара или Макс мужчина какой-то? На самом деле раннее утро, я встала 4:30, чтобы успеть на самолет. Самолет у меня 8:45. Duty free. Так, мне мой гейт 57. Окей, значит, не сюда. Правильно? Сюда. Короче, я такая голодная, надо что-то купить здесь поесть или хотя бы кофе попить. Вот наш грецкий, венгрецкий вайнери. Это известный канадский хоккеист, один из самых знаменитых. Он открыл вайнери, делает свои ликерс, спиртное, после того, как он уволился из хоккея. Ушел, уволился, боже мой. Ну, в общем, по-английски называют retired, уволился из большого спорта. Смотрите, какая дамочка впереди меня, экзотическая. Так, я сейчас так увлечена съемкой, что я, наверное, пропущу. Куда мне идти? Выключись пока. Так, две новости, обе плохие. Пока я снимала, я пошла не в ту сторону, мне надо вернуться на мой гейт. И мне только что пришел текст-месседж из Air Canada, компания, которой я лечу, что я должна была лететь в 8:40, самолет задерживается и вылетит в 11:40. То есть у меня куча времени. Еще бы позже они бы мне прислали этот месседж. Я уже давно в аэропорту тусуюсь, они мне только сейчас об этом сообщили. Блин. Зато у нас с вами будет время поболтаться по Duty Free, поснимать тут косметику. Может, что-нибудь прикупить и поесть. Так, я опять свой гейт потеряла. Куда мне идти? А вон, F57. Самый последний, самый дальний гейт. Я не накрашена, не обращайте внимания. Вы представляете, у нас в аэропорту до сих пор нужно носить маски. До сих пор в Торонто Пирсон нужно носить маски. И в самолете нужно сидеть маски. Хорошо, что у меня полет быстрый. Час 20 минут. Смотрите, мальчик-блогер в аэропорту сидит. С телефоном, с компьютером. Надел кепочку, снял кепочку. Эй! Заметил меня, смутился, стал меня смотреть. Я не сказала привет, но он как-то не проникся. Вы любите аэропорты? Аэропорта, как правильно говорить? Я очень люблю. Я так нервничаю всегда, прежде чем я приезжаю в аэропорт, перед самым приездом, у меня всегда такой нервяк. Знаете, все вот эти вот прохождения всех служб, паспортный контроль, таможня, все дела. Но потом, когда я уже добираюсь до своего гейта и смотрю на все эти вот прекрасные железные птицы, у меня наступает такое ощущение приятное впереди грядущего отпуска. Короче, лечу я в Нью-Йорк, девочки. Не знаю, буду ли я там что-то снимать, вряд ли. Скорее всего, не буду, потому что я лечу, чтобы навестить свою семью. Там у меня дети, племянница, ее дети, в общем, короче, сестра. Вот они сообщили, что пожалуйста, надо носить маски в аэропорту. Нам сообщили об этом на двух языках. В аэропорту пусто, народу мало. В общем, короче, что я хотела сказать, что лечу я к сестре, к племянникам, к их детям. Такой семейный отпуск, никаких шопингов, никаких. Ну, как бы мы будем там гулять по Манхэттену, конечно, чтобы я прилетела в Нью-Йорк и сидела дома. Нет, конечно. Я там уже была 150 раз, я уже все видела, я все знаю. Но, тем не менее, такой вечный город. Такой третий Рим, который, если вы туда попадаете, то просто сидеть дома, это просто приступ мне. Так что вот, у меня есть видео, которое я
аккуратно снимала, так сказать, консервы, я буду их выкладывать. А потом, может быть, если что-то сниму в Нью-Йорке, то покажу вам, а если нет, то... Ой, какой звук ужасный. А если нет, то... То нет. Так, мне поменяли гейт. Если у меня был 57, сейчас у меня 96. Иду искать новый гейт. Вы знаете, так интересно, я себе сижу на своем 57-м гейте, и мой самолет задержится, я сижу себе и жду, что смотрю, никого нету, думаю, странно. Мне ничего не написали, мне написали только, что у меня откладывается рейс с 8.40 на 11.20 или 11.40, неважно. Потом подхожу к этому табло, думаю, людей нету, странно. Подхожу к этому табло, смотрю. Там написано, что мой самолет delayed, откладывается, и посадка на гейт 96. Вот если бы я не посмотрела, я бы там сидела. Пипец, конечно, девочки. Как я не люблю вот эту вот всю суету дурную. Короче, приключения продолжаются. Хотите прикол? Вы думаете, что это такое? Это пожарный гидрант, типа травка. Здесь мешочки. Собачка. Это такой угол, если вы летите с собакой, вашей собаке надо сходить в туалет. Здесь мешочки, чтобы все это собрать, санитайзер, чтобы ручки помыть, все вытереть. Вот написано please clean up after your dog. Ну, в общем, уберите после своей собаки. Но самое смешное, что вот здесь такой вот пожарный гидрант, под которым собака может сделать свои дела, чтобы как бы ей было привычно и удобно.